Отделению греко-римской борьбы уже 36 лет. В течение года проходит множество традиционных соревнований, но этот турнир особенный. Его посвящают памяти трагически погибшего тренера Александра Леонтьева. Ну, Леонтьев Александр Васильевич, он много работал в этой сфере, много развивал этот вид спорта. Вот. Также судьи международной категории. Почтить память выдающегося тренера и побороться за призы приехали более 60 спортсменов со всего региона. Димитровградец Альберт Минибаев несколько лет был воспитанником Александра Леонтьева. Александр Васильевич был строгий, там, при нем нельзя было тренировки пропускать. Много очень давал. Свозил нас на разные соревнования там. Кроме того, на турнире подвели итоги года и наградили отличившихся спортсменов в самом древнем виде борьбы. Евгения Кременская, Валерий Мазин, новости Димитровграда.